Владимир Ильич пользовался огромной любовью народа. Он не снисходил до масс, а всегда находил с ними общий язык. Он жил мыслями, чувствами народа. Обращаясь к массам, Ленин всегда раскрывал в каждом новом начинании советской власти его глубокое значение для народа. В речи на праздновании Всеобуча 25 мая 1919 года Ленин говорил, что самая прочная опора буржуазии падет, когда рабочие возьмут в свои руки винтовки, когда они начнут создавать свою армию, когда они начнут воспитывать солдат, которые будут защищать рабочих и крестьян, фабрики и заводы, чтобы помещики и капиталисты не могли вернуть своей власти. Оконная со всех своих представителей.